О, вот это чисто. Жор, ты знаешь, где нож нужно? В туалете. Перчики, грибочки, приправки, морковка. Сегодня будет без лука. Ветер хороший, минус хороший. В общем, вот так и живем. Наше дерево красивое. В хорошо разогретый казан наливаем растительное масло и даем ему хорошо нагреться. Бросаем туда мясо и выжариваем, ну, до полной готовности, когда мы увидим, что оно покрылось коркой. Бросаем туда естественную морковку. Так как мы без лука, ее хорошо выжариваем. Бросаем перец. И также все хорошо выжариваем, тщательно вымешиваем. После этого добавляем чуть-чуть водички. Так как нет барбариса в городе вообще нигде, потому что, ну, в 30 километрах, как можно сказать, она находится. Барбариса нет, мы кидаем клюкву. Поехали, грибы. Красиво. Поехали, грибочки. Короче, мало что видно с таким паром. Да. Здесь уже все брошено, куркума, зира. Пока потушим еще, но в любом случае мы еще будем добавлять воду. Да, мы потом еще часа полтора солилось. Огонь больше не добавляем. Ой, красота. Вот, добавил перчик. Красный, зелененький, острый чили. Добавил куркуму, зиру цельную. Вместо барбариса у нас изюм и клюква. И вот на маленьком огне накроем крышечкой, пусть она себе томится. Наверное, с часик. Ой, прошло у нас время. Минут 40. Не видно ничего. Сейчас буду водичку добавлять. Нет, воды надо будет по-любому. Сейчас добавим воды, сейчас высыпаю куркуму. Нормалды. Нет, посуду у вас один. В России там не сильно чисто.